Предпраздничный день в Одинцовской прокуратуре начался с торжественного собрания. В актовом зале, кроме почетных гостей, собрались те, благодаря кому в минувшем году ведомству удалось достичь хороших показателей. Благодаря усилиям прокурорских работников в истекший период удалось разобраться и практически покончить с таким явлением, как задержка и невыплата заработной платы, незаконное строительство, невыплата социальных пособий и многое другое. В 2018-м от жителей муниципалитета в ведомство поступило около 8 тысяч обращений. Это больше, чем годом ранее. Жители Одинцовского района доверяют вам, доверяют вашим принципам, правилам законности, то, что вы находите на страже их правопорядка. Для повышения эффективности работы в ведомстве регулярно проходят координационные совещания. В этом году основные направления деятельности Одинцовской городской прокуратуры не изменятся. В приоритете по-прежнему надзор за соблюдением бюджетного и налогового законодательства, борьба с коррупцией, экстремизмом, религиозной нетерпимостью, терроризмом, незаконной миграцией, подростковой преступностью. Основные усилия нашей прокуратуры будут продолжены нацеливаться на реальную защиту прав и свобод каждого жителя района, прежде всего по социальным, жилищным, земельным и многим другим вопросам. Прокурор Московской области дал высокую оценку деятельности Одинцовской городской прокуратуры в 2018 году. И теперь перед ее сотрудниками стоит задача удержать планку на заданной высоте. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».